Что же, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа. И мы продолжаем играть Rome 2 Total War. Вот. Остановились мы на том моменте, что я поплыл завоевывать Намнет, этих чуваков. Что я хотел бы еще добавить от себя? От себя хотел добавить то, что я как бы эту серию уже записывал. Вот. Но у меня, в общем, полсерии не записалось, и в общем, мне это неприятно, я сейчас загрузился со второго сейва. Как бы буду играть. Все то же самое пытаюсь сделать. Единственное, что плохо у меня не получилось, так то, что здесь поднялось восстание, поэтому я использую, так сказать, свой опыт. Буду нанимать здесь войска. Просто по-жесткому нанимать войска. Чтобы этой силе можно было противостоять. Я даже не знаю, мне пока идти на этих войной, не идти, пацанов. Потому что мне реально от них только хуже стало. Да, их там разбил, все захватил. Так, Намнет. Что вы можете мне предложить, Намнеты? Если начальное предложение или требование другой фракции вас... Уж не воюем, да? Не стоит отвечать категорическим отказом. Сделайте встречное предложение на своих условиях. Так, ну с этими пацанами мы вроде как пока не воюем. Я думаю, мне пока туда вообще соваться смысла особо нет. Я должен Англию сначала развить хорошо. Так, ну общественный порядок вроде как пока не падает. Давайте качнем что-нибудь. Ну давайте мудрость дуба. Что нам? А с него будет, да? Может на этих все-таки пацанов выдвинуться? Как думаете? Так, это у меня. Извиняюсь. Можете не проверять, это не у вас. Закрыл контакт, все. Продолжаю. Так, я хотел посмотреть, что у меня с этими пацанами. Вроде особо не расширились, просто в предыдущей серии они захватили эвланов. Мне с ними надо объединиться, что можно с калейдонцами воевать. Хотя, может с калейдонцами объединиться. Нет, надо эвланов захватывать. Причем срочно. Давай, маршируй. Одним шагом. Я думаю, мы успеем раньше. Я надеюсь на это. Я не хочу, чтобы они расширились тут еще на этот полуостров. Буду потихонечку так отрезать, тут отрезать. Вот видите, они уже на них выдвинулись. Эти сюда. Давай, беги сюда. Что у нас с общественным порядком? Ноль. Так, а по налогам у нас чё? Торговля, финансы. Я пока налоги снижу. Нет, пока налоги снизить мне не получится. Рабов больше я не беру. Нафиг надо. Что у вас армии? 20-20. Хорошо. Может вас тоже на походный шаг, а? Нет, вы пока сидите тогда здесь. Все, опять конец хода. Надеюсь, они их сейчас не захватят. Потому что они нужны мне сами. Потом будем поджимать вот этих пацанов.
Видите, они тоже идут сюда. Эвланы. Нет, давай сначала мы к вам подберемся поближе. Так вот даже. Так, как мы тебя пока нанимать не будем? По Францию тоже пока не полезем. Будем Англию пока завоевывать. Так, что мы еще можем изучить из технологии? Всех кораблей, стоимость содержания всего флота. Вообще, как бы, если у нас такая армия, то нам нужно и армейские владения качать, да? Менее. Давай вот это. Yes. Что-то с общественным порядком у нас тут. Нужно денежку подкопить и... Просто рабов, я не думаю, что нам столько много. А эти уже здесь высадились. Стали евланами. Понятно. Перехватывать это все. Перехватывать инициативу. Ладно, чувак, давай выдвигайся. Давай пока сюда подойди. Так, эвланы. Дипломатия. Каледонцы. You are welcome, although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. So be it, a shield brother. Our warriors will march. Ready! That is impossible. Блин, надо было сначала высадиться сюда, а потом уже объявлять войну. Давай-ка. С последнего хода.
Ну, я сначала реально высажусь, а потом объявлю войну. А то нас так не пускают на свои земли. Так, с этим мы вроде пока еще не воюем. Ready for orders! Disembarking! Wind and wave do not allow that. Ты давай. Походным шагом. Оттянем этих пацанов. Все, конец хода тогда. Сразу попытаемся две точки взять. Этих элдонов. Донов. Это город, да, я знаю, это город. Калидонцы. Зря вы отплыли, зря. Hail to the mother. How can I help? Move, lads. You have further orders? Так, теперь объявляем войну Эвлане. Калидонцам. We will gladly listen to your offers. Так. Strength and courage in friends is not easily replaced. Объявлять войну. Все. А вы, пацаны? Захватите вот это поселение мне. Мою славу, да? Все, конец хода. Блин, надо было шаг другой поставить. Походный. Неважно. Справимся. Ну, так хорошо жарили, я считаю. Ну, засада. Неизвестно, какие у них войска, да? Чё, давай. Газимся. Это войска качанные. Хотя, в принципе, тоже, наверное, немного. Так это, наверное, будет. Типа мы идем по ущелью, да? Ну, я понял. Понял суть вашей мысли. Ну что, разберемся. Я надеюсь. Что было бы хорошо, если у нас конница была. Но конницы у нас нету. Да, опять крысы на нас напали.
приходят свежие силы. Стоп. Угу. Лучники, значит, да? Понял. Первый отряд. Сюда. Мечники. Вот так вот. Я так подозреваю, что вот здесь вот пацаны будут, да? Вы пойдете на этих. Чем не пойдете, побежите. Вы. Сюда. Вы. Как бы вас тут. Удобнее тоже так разместить. Стрельщики. Побежите. Вам бегать полезно. Тоже побежите. Нашего военачальника напали. Стоп. Я не это имел в виду. Я думал, у вас тут... Я думал, что вы с другого вообще места пойдете. Ладно. Че, у вас конница? Бать. Да, конница здесь. Понадобится. Лучников, лучников хоть надо. Пацаны, разворачиваемся. Пятый отряд. Пятый отряд идет сюда. Шестой отряд. Тоже пускай идут сюда. Что, давайте смотреть. Военачальник, ступай вообще куда подальше. Стоп. Кони. Коней ловите. Коней уже словили. Так, коней словили. Ребята! Сюда! Бегом! Бегом, я сказал. По этим давайте работайте. Вы тоже. И вы тоже. Так, подожди. Пятый отряд. Пашьте вот этих козлов. Шестой отряд. Пашьте вот этих козлов.
генерал. Да, здесь у нас тяжко. Наши пока ряды дрогнули. Вы чё стоите? Чё вы, мать вашу, стоите? Бегом. Просто бегом. Пятый отряд. Работаете же? Хорошо, работаете. Обрабатывайте тут как можете, просто. Мы же бегом? Бегом! Бегом, все бегом! Пятый отряд. Давайте, заболите их там уже. Вряд, станьте нормально. Давайте, бейте их. Этих пидорасов только отгоните отсюда подальше. Малайцы. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Нормально пока все. Держимся. Стоп. Пятый отряд. Мочите козлов. Шестой отряд. Мочите козлов. Генерал. Плотничком, ребята, плотничком. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Да их не бегут с поля боя. Правда. Мы
Сейчас мы нашим поможем. Теперь стоп. Пятый отряд. Сюда. Шестой отряд. Сюда. Вы. Рубашьте лучников. Понимаю, чего вы не бегом? Наши бегут с поля боя. Какой позор. Давайте их уже, зажмите. Генерал. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Давайте их жмите. Бегут с поля боя. Какой позор. Наш военачальник погиб. Всё, бейте их. Но только не говорите мне, ладно? Наши бегут с поля боя. Не, надо переиграть. Надо переиграть однозначно, потому что зря я так военачальника кинул. Мы этот батл не должны проиграть. Ни в какую. Что на нас так крысы еще напали. Это было нехорошо с их стороны. А зато мы теперь знаем количество их армии. Загрузить. Автосейв. И все, у нас сейчас будет чики-пути. Сейчас мы раскидаем тут по углам. Так. В армии. Так, нет.
Нет, мы тут никого не сможем, да? Или сможем? Так вот. Все. Так, я ж тебя нанял. Все, отлично. Теперь у нас хотя бы конница появилась. Ну, столько гоплитов просто не надо. Считаю. Все, конец хода. Следующий ход, я думаю, уже за нами будет. Не знаю, что не сверху. Only the greatest dare speak of peace to their enemies. Only the weak seek the death. Не. Давай сразимся. Еще раз. Сейчас мы и наймиты. Конечно, у меня половина армии колхозной такой. Что ж поделать? И они прокачаются рано или поздно, да? Где мои конюхи? Угу, на этот раз вот так, да? Чего? Нам не привыкать. Генерала главное вперед не посылать. Все. Первый, ты где? Конечно же, ты спереди, да? А иди-ка ты вообще сюда, дядя. Так. Мечники. Вы на них? Не, подожди. Генерал. Сюда. Еще лучше сюда. Еще лучше сюда. Вы на них. Вы на них. Бегом. Астрах тоже касается. Бегом. Так, вы. Тут неизвестно. Так, ладно. Третий отряд. Третий отряд у меня идет воевать с этими пацанами. Боже, что я туплю? Конница. Где моя конница? Конница пойдет этих высекать. Так, третий отряд уже идет сюда, да? Четвертый отряд. Ладно, давайте вместе держитесь. Пойдет сюда. Бегом пойдет. Третий отряд тоже бегом. Или? Это будет пятый отряд. Будете с этим помогать, пацанами. Бегом помогать будете. Вы шестой отряд. Вы тоже поможете, чтобы еще быстрее с ними справиться. Ну и конница, святое дело. Бегом сюда. А, кстати, тоже бегом. Ходят свежие силы. Так, стоять, братва. Я понял шутку. Так вот, да.
топ. Кони. Отступаем. На нашего военачальника напали. Где? Где напали? Начальник вообще сюда побежал. Не надо. Так. Ладно, ребят, давайте быстро этих замесите. Всех плечом. Да. Наши ряды дрогнули. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Так пока конница гоняет лучников. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Scout
Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Да, просто размотали их. Да, у меня лучники только остались. Ну и тоже так нормально потрепали. Что, давайте этих добивайте, пацанов. Военачальник, давай крикани там. Стоп, стоп, сейчас стоп. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Уничтожен целый отряд. Отлично. Бежите. Генерал.
генерал, отступай. Вражеский военачальник убит. Шестой отряд. Все, вы разбежались. Вроде как одолели. А, эти еще спешат на помощь. Все складывается в нашу пользу. Давайте уже добивайте эту кодельню. Калучники бы не подоспели. Все? Все разбежались. Ух, реально тяжелая победа. У нас потери меньше. Это радует. Это реально. Это... забываемо. Конница очень вовремя разогнала лучников. Видите, почему она незаменима? Хорошо их покосили тут. Еще отряды живы. Убить! Я типа с этим пацанами воюю, да? Ну давайте авторасчетом. Пацаны, извините, я все-таки ваш город заберу себе. Авторасчет. И не жалко. Все, теперь это наш город. Мы осилим их. Давайте отдельно сейф сделаем. Я назову троечкой. Попробуем. Ага. Конные войска, собачьи. Подожди. Загрузить. Сейчас я наемничков возьму себе, только побольше.
Ну, с вами, пацаны, мы еще разберемся. Вы не переживайте. Причем скоро. Основную вашу армию мы уже разгромили. Может отступить? Нет. Раз уж мы уже тут, нужно бить уже до конца. Вся Англия теперь наша будет. Город мы взяли. Что ты там можешь? Давай стратегом будешь. Давай вот так. Чё, ещё наёмничков? Нет? Кто не хочет мою армию идти? И почему это невозможно нанять? Или можешь пока забить на них? Чего не знаю, того не знаю. Так, Эвланы. Торговый союз может с вами заключить, как считаете? I look forward to your wisdom, but I trust you will not object to a cup of wine first. Торговать тоже с нами не хотят. Каледонцы. You speak well, but I fear the spirits too. Ладно, потом. Moving out. Я пока схожу на свою землю. Вы сможете сходить на свою. Вообще не сложно. Чё? Эдикт. Где мне издать эдикт? Давайте. Делаем вот так вот. Все, конец хода. The spirits tell us that we should offer you gold. We do not argue with spirits. Не, пацаны, слишком поздно. Вам просто не повезло. Так, а где у меня бунт тут начался? А, я понял. Я вас понял. Давай погребли. Ready for orders.
Ладно, подождем немного. Ready for orders. Besieging settlement. Starting out. Не, ну так я вообще минуса уйду. Давайте вот так. Нет схода. Как издавать эдикты? А? В журнале собрано множество полезной информации. Здесь ведется запись событий и хранится статистика. Ой, да нафиг ваши эдикты? Региональные. Сейчас мы этих бунтарей снимем там. Очень быстро. Успокоимся немного и выдвинемся опять на этот остров. Угу. Так, значит, да? Все-таки догнали, да? Давай попробуем. Что у нас получится? Ой. Честно, я считаю, что нам пиздец. Очень хорошо, пригодились бы нам наемники. Наемников у нас нет. Я думаю, первые гоплиты все-таки пускай будут. Иду только поплотнее, ладно? Ну и вы. Нам пушить надо, как бы. Вы сбоку давайте тогда обходите, пацаны. Так вот и пойдем. We hunger for blood and battle. Вы тоже давайте поплотнее. Нет. Scrappers ready! Давайте начинать. Prepare your position. Ой, все нам, конец. Кто там вперед? Вы сзади сидите. Да, без застрельщиков здесь очень туго придется. Painted ones! Battle! Ready and eager! Painted ones!
heroic nobles! Move it! Не знаю, что это получится у нас. Попытаемся их с фронтов обойти как-то. Не, генерал, давай тут. Инцестас. Давай, военачальник, добивай вот этих лохов. Блять, это ж конники. Наши ряды дрогнули. Генерал. Heroic nobles. Пидорских лучников надо вырезать. Шакалы дорезанные. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Бейте их, давайте. Не, ладно, генерал, давай сюда. Я пошутил. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши остались без снаряжения. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Warriors ready! Britain!
sons of Britain! As you say, heroic nobles, ancestors, hear us! Слава богу, хотя бы эти стоят, ничего не делают. Бегут с поля боя. Какой позор! Не дай бог генерала убьют. Не, сюда. Наш военачальник погиб. Сука, как ты мог так со мной? Я ж тебя подальше увел. Get your shields up! Disbanding battle group! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Перелегать, что ли? Однозначное поражение не признаю. Ни в коем разе. Ну, хороший такой замес, да? Почти их переломили. Их потери даже больше, чем у нас. Ничего, сейчас разберемся и с ними. Может, налог повысим. Не знаю, у нас нестабильная экономическая ситуация, в принципе. Ты пацана было вообще в городе оставить. Хай бы те уже там сидели, а мы тут. Разбармы подсобрали бы. Ударили бы по ним. Не сдаются. Не, они нас забьют просто ногами. Давай сюда. Может, получится отвести войска. Не знаю. Попробуем. Я не знаю, что из этого получится. Так, что у нас тут? Эти бунтуют. Эти нанимаются. Денег нету.
I live to serve the people of... Get moving! А так сможешь? Gathering supplies. Хотя бы так, я не знаю. Надеюсь, это не нападет на нас. Эти ходить могут? Эти товарищи ходить уже не могут. Да-да. Не хочу я издавать другие дикты. У нас законы для всех равны. Так, этот дрынулся на нас, мне это не нравится. Догнался. Еще раз попробовать. Попробуем еще раз. В принципе, у нас походный шаг был. Да, вот сейчас опять начнется это. Понимаю, в основном отсюда пойдут, да? Слева. Так. Копьеносцы в основном, да? Ближний бой. А как же у ближнего боя у этих? 41. Давайте мы новосмешников пошлем. Что вы считаете по этому поводу? Раз. Только вот вы пойдете на них. А вы пойдете на них. Бегом, естественно. Так, ну генерал у нас тут отдельный случай вообще. Генерал тоже сюда пойдет, по-моему. Бегом побежит, причем. Ну, пацаны, давайте тут как-нибудь. Решайте вопросы. Все, начался замес. Как-то вы тут скопились так не очень хорошо. Мне лучники ваши вообще не нравятся. Давайте. Вы на этих? Я не знаю, это опять слив какой-то. Наши ряды дрогнули. Back, warriors, back! Spearmen ready for battle. Да, не рассчитал немного своими силами. Хотя... Подожди, где генерал?
наши бегут с поля боя. Какой позор! Warriors of prison! Levy Freeman! Hack them down! Spears ready! Давайте тоже на этих пацанов нападайте. Не, это пиздец. Честно. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Тут тупо нечего делать. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Spearmen, what command to know? We hunger for blood and battle. Ancestors honor us. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Тяжелое поражение. Да, в прошлый раз было получше как-то. Ладно. Разберемся. Просто загружу третий сейф и все. Ладно, я думаю, на этом уже можно завершать тогда серию. Или не завершать. Ну, сейчас посмотрим. Чё ты там? Так, ну генерал жив, войска более-менее целы еще. Смотрим, что делать. Давайте наемников бить. Добивай, давай. И обратно в город. Ага. Чик. Ты? Сюда. Ты сюда. Город не отдавать ни под каким предлогом. Так, ну это все для кораблей, да? Агентов набирают на настроение. Не-не-не, агенты мне пока не надо. Множество факторов, включая налоги, культурные различия, обилие еды, число рабов, наличие развлекательных построек, уровень запустения, деятельность вражеских агентов, а на захваченных землях еще и уровень опустошения. Угроза восстания появляется, когда люди недовольны настолько, что вообще. Я не знаю, если он сейчас город захватит, то это будет.
мы это не дадим ему сделать, так ведь? Плохо. Короче, погиб. Смертью храбрых. Даже больше погибло, чем у нас. Ну ничего, сейчас мы обратно отберем город. Mother protects travelers. Getting on our way. И раз уж пошли такие разговоры. Не знаю, вот так вот, хватит пока с нас. Укрепиться, конечно же. Ну и фиг с ним, да? Нет. Вот это вот сейчас станет обратно нашим. Где мой шпион вообще? Давай. То есть так, да? Припимся тут пока. Ты давай выдвигайся. Что я могу тебе сказать? Get moving, you wretches! You have further orders? Наемников мы пока нанимать не будем. Этих распускаем нафиг. Понять.
Все, конец хода. С общественным порядком все в порядке. О, две штуки они нам предлагают. Войну завершить. Мечтались. Сейчас мы тут праздник живота устроим. Подкрепление у них еще там 312, да? Давай. Пробуем. Дорогой ты мой. У нас здесь целый укрепленный лагерь. Естественно, генерал будет посередине здесь. Сначала вы. Что за наземных объектов осталось 5? Понятно. Stay away, pusha! Так вот. Ancestors honor us! Так, у нас вообще как бы 3 выхода, да? Вы? Что вам давайте? И другим построением немного. Идеально. Сюда, подальше пока что. Хорошо заметили. Так вот. Не. Вы. Сюда. Тоже плотничком давайте. Так. Вот так вот. Пушники. Сюда. Так. Не, подожди, что-то не то. Хреновый лагерь укрепили. Скажу, ребята. The oaks are our strength. Так, генерал, мешай. Седьмой отряд. Так, шестой еще раз. Седьмой. Нормально, можно начинать. Right, man, listen to me. In the coming defense, remember block and counter. К ним подходят свежие силы.
limb-ripping or looting. Is that understood? Just defend these bloody walls! Ну что, ждем их. Свежие силы. Britons! Смотри, как они тут распределятся. Где лучники ваши? Или у вас их нету? Нет, есть. 4 пака. Это вы хорошо их начали застреливать. Вы по этим бейте. Куда вы пошли, дебилы? Все. Просто стойте тут. Стойте и бейте их. Лучники, с кем вы воюете? Так, ладно, с вами все понятно. Генерал, давай, воодушевляй. Что если мы вашего военачальника подобреем? Шестой отряд. Наши ряды дрогнули. Слышите? Рыло. Если я начну вас обстреливать. Стоп. Мне вот это вот очень интересно. Вытка, давайте, выдвигайтесь. Кто? Наши бегут с поля боя. Какой позор! Наши остались без снаряжения.
nobles. Blood! Slingers! Fire on them! Так, шестой отряд. Седьмой отряд. А теперь подальше отойди. Мало ли еще. Добьют и посмотрят. И меня не спросят, как говорится, да? Вы назад возвращаетесь. Сюда вот. Угу. Тоже относится. Heroic nobles. Лучники. Не, давайте вот этих бить. Ладно, вот этих можете бить. Мувет! Наши остались без снаряжения. Кто? Шестой? Я вроде еще есть. Седьмой. Генерал. Бегут с поля боя. Какой позор. Наши остались без снаряжения. Давайте закидывайте их там. Вражеский военачальник убит. Отлично. Slingers! The oaks are all strong!
Чё, всех наших перебили, что ли, тут? Ладно, бегите уже. Наши остались без снаряжения. Это мы тут хорошо так укрепились. Дали им жару. Эти просто стоят. Все складывается в нашу пользу. Естественно, все в нашу пользу. Все. Я же говорил, что мы их победим. Да, потери у нас были. Но у них их не потери в два раза больше. Может, еще раз стенок отстрелять, приятель? Убить нафиг всех. Че, еще желание есть посражаться? Или как? Честно, порядок опять понемногу падает, да? Ничего. Мы разберемся. Че, может опять с тобой? Ладно, авторасчет давай. По расчету с ним. Давай 95%. Вернули нашу собственность, так или иначе. Пировать. Все, теперь это наша земля. Сюда. Ready for battle. Отдыхаем. Зализываем раны. С следующего хода мы вас уничтожим. Только восстановим наши силы.
сохранюсь отдельно. Так. Ну, я думаю, на этом можно и завершить серию нашу. Вот. С вами был Зазепа. Лайк, подписка обязательно. Ждем продолжения. Пока.